11.06 в Кирове. Это «Дневной разворот». Никита Кочуров. И Юлия Афанасьева. Всем добрый день. Здравствуйте. Ну что, пройдемся вначале по повестке. Я представлю нашу вторую тему. Обманутые дольщики в Кирове снова выйдут на акцию протеста. Мы во втором часе обсудим продолжение истории обманутых дольщиков из Слободы, Новые Сергеева. 22 августа мы уже делали эфир по этому поводу. Сегодня спросим, что изменилось, какие у них новости, как они планируют действовать дальше. Но это во втором часе, а в первом часе у нас тоже очень интересная и более легкая тема. Да, обсудим мы экспедицию в Атарскую Луку и придание этому объекту статуса национального парка. В гостях у нас Екатерина Рябова, заведующая кафедрой экологии и природопользования Вятского государственного университета. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. И Владимир Рябов, ассистент этой кафедры. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да, наши гости из опорного вуза. Добрый день. Ну что же, начнем, наверное, с того, что же это такое за место. Чем оно уникально? Ну, это место уникально тем, что на этом участке Вятка прорезает Вятский увал. В этом месте долина Вятки одна из наиболее узких в среднем течении, и образуется такой живописный ландшафт. Кто-то однажды с легкой руки дал им название «Вятская Швейцария». То есть действительно так достаточно живописно, облесенные холмы, горы, если можно так называть, река. Вятка делает три больших поворота или луки. Откуда, собственно, название? И вот около бывшего села Атары, одна из таких живописных излучин, вот, собственно, оттуда идет название. А бывшее село Атары, это где территориально? Это советский район. А сколько это от Кирова по километрам? Примерно? Ну, где-то порядка 150 по дороге, ну, по реке, конечно, чуть длиннее будет. То есть территориально это граница трех районов, это советский, налинский и лебяжский. Ну, не так и далеко, в принципе. В принципе, да. А чем это место уникально для вас, для ученых? Что там есть для вас интересного? Ну, во-первых, тут надо определиться сначала, с какой стороны подходить. Ботаникам один интерес, зоологам другой интерес, геологам третий, палеонтологам четвертый. Ну, вот в составе нашей экспедиции как раз был подбор, в принципе, почти всех специалистов. У нас был палеонтолог из палеонтологического музея, ботаники, зоологи, изучающие как позвоночных, так и беспозвоночных животных. Были специалисты по изучению химического состава воды. Студенты занимались многопрофильным обследованием территории. То есть мы, в принципе, каждый получил свою информацию. Но вот учитывая мой интерес, мне, конечно, были более интересные животные позвоночные, птицы. И, конечно, сразу же пошли находки. Буквально только на воду вышли. Орлан Белохвост, это один из наших крупнейших орлов, внесенных в Красную книгу и Кировской области, и Российской Федерации. Кроме того, еще мы наблюдали таких редких краснокнижников, как зимородок, кулик-сорока. Ну и самая, конечно, уникальная находка в орнитологическом плане – это был сапсан. Это сокол, внесенный во всевозможные охранные списки и Красные книги Федерации, и Кировской области. И во время одной из стоянок мы как раз наблюдали уникальную картинку, когда сначала увидели одно животное взрослое, а потом пару молодых птенцов, но они уже летают, которые пытались поймать небольшого кулика. Но поскольку еще у них, видимо, только первый полет, у нее не получалось, и вдруг сверху вылетает взрослая птица, там сложно сказать, кто это, самец или самка, и вот криками она их как-то корректирует. Ну вот язык не понимаешь, конечно, их, но так чувствовалось, что там заходи слева, заходи справа. И, в общем, они эту птичку угнали туда за Вятку, ну, вероятно, поймали. Ага. А чтобы понимать, вообще, вот в вашей практике часто сапсанов удавалось наблюдать, чтобы понять, насколько это явление, в принципе, уникально, насколько это редкая птица просто? На сегодняшний день в Кировской области достоверно известен только один факт гнездования сапсана. Так, иногда их встречаем, в принципе, по всей области, но вид очень редкий, очень редкий. Вот именно наличие взрослой птицы двух птенцов, оно как бы говорит о том, что где-то на этом участке они, скорее всего, и гнездились. То есть это вот на сегодняшний день, наверное, вторая точка, где сапсаны обитают, достоверно обитают в Кировской области.
Насколько я понимаю, вы недавно вернулись из экспедиции, да? Мы нашим слушателям, наверное, не объяснили, что ученые из опорного вуза в августе были в экспедиции на Атарской Луке. В течение 2 недель вы наблюдали животных, птиц, растения, делали раскопки. Что еще интересного вы там нашли? Я могу сказать о том, что очень уникальное и интересное растительное сообщество на данной территории находится, потому что на вот этих вот увалах там есть такие места, они уникальны в том плане, что там идет сочетание разных подзон. Это, во-первых, растения из подзоны южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Мы привыкли видеть о том, что и считать, что Кировская область — это таежная территория. Так вот, на этих увалах, на облесенных, в лесах, которые составлены елью, пихтой, под пологом произрастает липа, произрастает дуб, произрастает клен, есть даже орешник. То есть это виды южные, и вот здесь происходит вот такое смешение двух подзон, что очень уникально и интересно в плане изучения. Ну и еще один большой, огромный плюс на этой территории, кроме вот этих растений хвойно-широколиственных, бриальных элементов, так называемых таежных, еще и встречаются степные виды. Казалось бы, Кировская область далека от степей, но такие растения, как колючник Биберштейна, который является луговостепными, они на этой территории произрастают и цветут, плодоносят, то есть чувствуют себя очень хорошо и образуют популяции. Кроме того, вот эти стенки скальные, они сложены известняком. Известняк — это такая подстилающая составляющая, которая очень благоприятна для многих видов растений. И есть такие растения, которые называются кальциофилы. То есть они любят, когда извести в почве много. Так вот, среди краснокнижных видов, которые были обнаружены там, были встречены такие кальциофилы, как венерин башмачок. Это одна из красивейших орхидей вообще на планете. Орхидея? Да, это орхидея. В Кировской области? Да, которая образует цветок, похожий на туфельку. Отсюда и название башмачок. Причем это федеральный краснокнижник тоже, не только включен в Красную книгу территории Кировской области. То есть он охраняется вообще на территории всей нашей страны. Конечно, мы встретили его не цветущим, потому что это август, они уже цвели, но по листьям, по плодам можно четко определить, что это именно действительно тот вид, который мы бы хотели здесь увидеть, очень редкий. Кроме того, были встречены такие папоротники, как пузырник судетский, голокучник Роберта, который как раз произрастает на таких тенистых, мшистых ельниках, пихтарниках и являются тоже кальциофилами, то есть любят кальций. Их популяции на территории Кировской области очень малочисленны, то есть они единично встречаются вообще. И обнаружить их, конечно, это очень большая находка для ботаника особенно. То есть вот такие виды очень необычные. Кроме того, было обнаружено такое растение, как вероника крапиволистная. Это растение встречено на территории Кировской области только на севере. Это Нагорский район, Подосиновский район. И вот тут в Советском районе обнаружено еще одно место. Это растение произрастает вообще в единичном экземпляре. То есть оно не образует скопления. Обнаружить его сложно, потому что у него невзрачные такие грязно-розовые цветки. И вот эта находка спустилась южнее, получается, и ареал на территории Кировской области мы уже можем увеличить, можно, благодаря вот этой находке. Ну, то есть я так понимаю, что, во-первых, это место уникально с точки зрения ботаники тем, что там растут разные виды растений, характерные для совершенно разных климатических зон, да. И очень много растений, занесенных в Красную книгу. Да. Правильно? Да. Вот, я думаю, на этом мы сейчас прервемся. Мы должны уйти на небольшой перерыв. Буквально через минуту мы вернемся в студию и продолжим разговаривать про Атарскую Луку. Это уникальное место на территории Кировской области. В гостях у нас сегодня ученые из нашего опорного вуза. Сейчас уходим и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Никита Кочуров. Юлия Афанасьева. Говорим мы сегодня про уникальное место в Кировской области – Атарскую Луку, которой хотят придать статус национального парка. У нас в гостях сегодня Екатерина Рябова и Владимир Рябов, ученые из опорного вуза, которые буквально недавно вернулись из экспедиции в Атарскую Луку.
Хорошо. Вот смотрите, помимо растений и животных, нашли ли там еще что-либо интересное? Например, останки древних животных, допустим. Да, вот в этом году тоже были находочки. Мы, следует заметить, что второй год туда уезжаем. В прошлом году, конечно, находок было больше, но в этом году нам природа несколько не способствовала в этом плане, потому что уровень вятки был достаточно высокий. И вот те самые интересные места, где в обилии, ну или в предполагаемом обилии встречаются кости, они были затоплены. То есть там их сложно было найти. Но тем не менее нашим палеонтологам Владимиром Владимировичем был собран определенный материал, и он сейчас в обработке. Потому что по некоторым фрагментам костей сразу не скажешь, к какому животному принадлежит. То есть надо его обработать, пропитать составами определенными, чтобы кости не разваливались. Ну и потом с коллекционным материалом сравнивать и описывать. То есть сейчас они в работе. Вот в прошлом году, я, извините, перебью, опять же процитирую сейчас вашего палеонтолога Владимира Масютина, нашли части рогов бизона, кости и позвонки носорога, древних лошадей, лосей. И самые удивительные находки, самое удивительное то, что эти находки залегали в породе. Вы что-то хотели еще добавить, я вас перебила. Достоверно, точно. Значит, Владимир Владимирович сказал, что там есть кости кабана, зубы мамонтов. Зубы носорогов. Да, вот. То есть, и сейчас они, используя радиоуглеродный метод, пытаются определить возраст вот этих вот останков, чтобы указать дату, когда эти животные обитали на территории Кировской области. Вот по прошлогодним находкам рога лося, это 40 тысяч лет назад, он где-то тут их потерял. А носороги как давно у нас присутствовали? Ну, это как раз в эпоху межледниковья, ориентировочно там от 15 до 60 тысяч лет назад, вот в последнюю эпоху, тут не обитали. Ну, и, соответственно... В общем, мы с Никитой сейчас сидим с круглыми совершенно глазами. Носорогов, да, я не ожидал где-то у нас в 150 километрах от Кирова застать. Ну, таких он у Гирсовского моста можно найти на вятке тоже. Зависит от времени суток, видимо. Есть там еще у нас интересные природные явления. Да, поющие пески, например, а можно о них? О, да, это интересный, конечно, песочек очень. Это на одной из кос, вот, собственно, напротив села Атары, намывает песок. Песок не просто там, ну, какой-то обычный речной песок. Он состоит из частичек разных пород, в том числе пьезокварца. И при высыхании и давлении он издает такой своеобразный шипящий, скрежущий звук. Ну, когда идешь, он под ногами хрустит, иногда вот этот хруст сливается, так, фон начинается такой фонить. Когда дует ветер, и вот этот мелкий песок пересыпает, он тоже иногда начинает гудеть. То есть такой весьма специфичный. У нас там некоторые студенты, да не только студенты, сидели, медитировали, этим песочком играли, извлекали разные звуки. А он часто встречается вообще? Ну, в общем-то, на территории области вот официально, да, кстати, официально эта коса имеет статус памятника природы регионального значения. Благодаря поющим пескам? Да, благодаря поющим пескам. В прошлом году чуть ниже, около карьера Приверх, это примерно по воде километров 15, мы нашли еще одну такую же косу, остров песчаный посредине вятки, который тоже обладает вот этим эффектом. Но в этом году мы его даже не видели, поскольку вода высокая. Подобные пески вот я лично встречал еще в Подосиновском районе на реке Юг. Ну, они как бы, вот эти участки не имеют такого природоохранного статуса и малоизвестны широкому кругу населения. И он поет, когда сухой, если он будет мокрый, он петь не будет. И поэтому вот те затопленные участки, где стоит вода, они, конечно, не поющие. А вот там, где подсохло, подсохла земля, песок, там поют. И вот у нас действительно ребята, мы говорим на занятиях, что вот есть такие-то памятники природы, они уникальны тем-то, тем-то. Но как-то это воспринимается и потом забывается. И вот они на коленочках стоят на острове, и все руками там перебирают, и все издают какую-то мелодию. И вроде бы уже и уходить надо, они все там сидят и сидят, потому что это бесконечно долго можно пересыпать песок, да еще в придачу, когда он издает звук, и звук разный у каждого получается. Конечно, очень интересно, я думаю, что это им очень запомнилось.
Да, мы с собой, конечно, еще привезли кусочек этого песка. Ну, не кусочек, а мешочек этого песка, да, баночку. Пытались его заставить петь в неволе, но, видимо, в неволе он не поет. В неволе не поет. То ли он отмок, может быть, влагу какую-то впитал, но вот попытаемся его еще раз просушить, и, может быть, какие-то звуки вот студенту будем показывать, как... Ну, по крайней мере, даже вот на ощупь он отличается он от другой. Обычного речного песка, он несколько такой более угловатый. Вот вы говорите, что сейчас это место является памятником природы, правильно? Да, вот именно коса. Именно коса. А уже давно достаточно идут разговоры о том, чтобы придать Атарской Луке статус национального парка. Алла Викторовна Албегова у нас эту тему поднимает. Вот скажите, пожалуйста, в чем проблема, да? Почему так долго эта тема обсуждается, но ничего не происходит? Ну, проблема здесь, конечно, в большей степени политическая. Объясните. Связано с землями, землеотводом. Национальный парк – это ООПТ, охраняемая природная территория федерального значения. Когда организуется такая территория, то происходит изъятие земель из хозяйственного оборота. А вокруг этой территории и лесные участки в аренде, и имеются охотничьи угодья арендные. Поэтому, когда доходит до вопроса согласования с землепользователями, вопрос встает в тупик. То есть арендаторы не отдают свои земли под ООПТ. А правительство как-то способствует в присвоении статуса? То есть оно какую-то инициативу проявляет со своей стороны? Может быть, переговоры ведет с кем-то? Ну вот последний момент, то есть в 2014 году была федеральная программа, по которой надо было передать статус национального парка Атарской Луке. Была на конкурсной основе выбрана организация, которая делала обоснование этого. В принципе, не сделали, но как дошел вопрос до согласования земель, все тут стало. Поэтому сейчас вот на этом участке, вот в тех планируемых границах, пока невозможно создать ООПТ. Но вот как раз благодаря инициативе Аллы Викторовны пытаемся что-то придумать. Какой-то, может быть, другой статус, либо природного парка, который позволяет заниматься природопользованием на этой территории без изъятия земель. То есть вот сейчас формы как бы организации выискиваются. Ну, а наша задача, конечно, несколько иная была. Нам надо было подтвердить значимость. Вот именно природоохранную, экологическую, природную значимость этой территории. То есть выявить на этом участке те объекты, которые заслуживают особого внимания, именно охранного внимания. То есть чтобы при дальнейшем обустройстве этой ООПТ эти объекты были выявлены и какой-то режим более щадящий для посетителей на этих участках был назначен. Хорошо, а если при создании природного парка изъятие земель не происходит, то есть там можно и рубить лес, и охотиться, и просто люди, которые там живут, там могут гулять, рыбачить, не знаю, грибы собирать. А тогда здесь в чем проблема? Если, в принципе, все можно, то почему бы не создать? Почему нельзя? Ну, это, наверное, несколько не наш вопрос. Вопрос несколько не к нам. Ну вот тут смотрите, еще какая интересная особенность. Вот у нас студенты в том числе проводили небольшие социологические исследования. То есть когда мы плавали, ходили по воде, мы встречали каких-то посетителей этой территории, рыбаков, туристов, и были разработаны анкетки, в общем-то, и спрашивали. И вот мы что выявили предварительно, пока еще там до конца все не обработали, но многие люди настороженно относятся вот именно к самому даже понятию особо охраняемой природной территории. И так вот, скажем, у рядового жителя, у обывателя, если угодно, сразу возникает какой-то образ. Закроют, обнесут забором, поставят охрану. Да, никого не пустят. Никого не пустят. Да, выпишут штраф, там еще, в общем, какие-то штрафные санкции не пущать. Хотя вот сама идея, это создание национального парка, либо там природного парка, как раз подразумевает посещение. То есть он, в принципе, создается для того, чтобы людей привлекать, но уже организованно.
И да, на таких вот участках, конечно, есть и отдельные объекты, куда не будут пускать. Вот, например, растут там башмачки. Нашли, вот мы на этой горе растут башмачки. Если все туда будут ходить, понятно, что даже случайно... Перестанут расти. Все вытопчут. Поэтому, да, вот в таких национальных парках есть территории, которые подлежат особой охране. То есть на разные зоны разбиты. Да. То есть структурируют это ОПТ. То есть есть участки для посещения, есть участки охранные, есть участки с традиционным природопользованием, где можно и охотиться, и лес заготавливать при согласовании с администрацией этой ОПТ. То есть вот что-то такое планируется. Создание любой ОПТ, это, конечно, очень длительная процедура. Это нужно и обоснование научное, и все расчеты экономические. И вот самое-то сложное, конечно, это землетвор. Ну вот вы как раз туда ездили в экспедицию для того, чтобы дать научное обоснование тому, что эта территория нуждается в каком-то особом статусе. Да. Ее значимость подтвердить. Да, и подтвердить ее значимость. И, ну, конечно, у нас тут еще и своя была корысть, если можно так выразиться. В принципе, вот мы подыскивали и подсматривали места для проведения выездных полевых практик. Специфика обучения по нашим специальностям, что экологов, что географов, что биологов на биофаке, такова, что у них в летний период идут практики полевые. То есть мало сидеть там в кабинете книжки читать, зазубривать, что надо все это вживую посмотреть, потрогать, увидеть. И ножками своими пройти. Да, и ножками своими пройти. И с песочком поиграть. И вот как раз вот эта территория, она вот подходит по всем параметрам для проведения вот таких вот комплексных. Можно туда и географов, и биологов, и экологов вывозить на это место. Здесь на сравнительно небольшом участке есть все. Есть все, что можно посмотреть. И для направлений разных в естественно-научном цикле. Вот я думаю, что на этом мы прервемся еще на один небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у нас Екатерина Рябова и Владимир Рябов, ученые из Вятского государственного университета. Говорим мы про Атарскую Луку. Буквально на пару минут уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Никита Кочуров. Юлия Афанасьева. Говорим мы об Атарской Луке и присвоении ей национального статуса национального парка. В гостях у нас, повторюсь, Екатерина Рябова и Владимир Рябов, заведующий ассистент кафедры экологии и природопользования Вятского государственного университета. Да, ученые из нашего опорного вуза. Да. Вот, Екатерина, Владимир, хотелось бы понять, какие возможности дает региону и самой этой местности придание статуса либо природного парка, либо национального парка. Это две большие разницы. Ну вот и эти возможности, и эти возможности могли бы вы описать? Ну, во-первых, если структура национального парка... Это федеральная ОПТ. Охраняемая территория федерального значения. Да, то есть это пойдут федеральные деньги в регион. То есть финансирование пойдет на содержание этого национального парка, на поддержание материально-технической базы, оплату труда сотрудникам. Это пойдут деньги из Минприроды, не из регионального бюджета. Если будет природный парк регионального значения, тогда понятно, что это... Это финансирование из областного бюджета. Да, из областного бюджета. Конечно, да, лучше бы, если бы это был федеральный ОПТ. Это как бы более статусно и другие финансовые потоки. А как много в России вообще национальных парков? На сегодняшний день, вот, в общем-то, у нас вот в стране, у нашей все-таки традиционной формой охраны является не национальный парк, а заповедник. Само слово-то заповедать такое чисто русское. В этом году, как раз в 17-м году, отмечается 100-летие заповедной системы в России. То есть год этот юбилейный, помимо того, что год экологии, это еще и год столетия создания государственной заповедной сети. Ну хорошо, а заповедников много? Более 100, на сегодняшний день, по-моему, 112 заповедников. Национальных парков чуть больше 10 всего в России. То есть, как бы,
это больше такое европейско-американское изобретение, хотя тоже вот многие ведь заповедники в некоторой или иной степени выполняют функцию национального парка. Потому что есть около заповедника, помимо ядра, есть охранная зона, куда вход для посетителей почти свободен. Проводятся и экскурсии, и экологические тропы. Даже вот в нашем заповеднике Нургуш созданы прекрасные экологические тропы, постоянный поток туристов, посетителей. В принципе, те же самые функции национального парка. Но при этом больше вот уделяется внимание все-таки заповедникам, вот, охране этих вот ядер, центров. Угу. Редких растений, редких животных. Да, место обитания и каких-то других уникальных объектов. Хорошо, вот вы упоминали про деньги. О каких объемах финансовых вливаний идет речь, чтобы сделать все как надо? Примерно. Я, наверное, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Сложно сказать. Эти потоки, они бывают разные в зависимости от того, какой у нас курс. Хорошо. Понятно. Так, а вот скажите, вообще Атарская Лука – это насколько уникальное место, если брать соседние регионы или даже всю страну? То есть может ли она чем-то привлечь туристов, допустим, из Коми, из Перми, да и в принципе из России, из других регионов? Я хочу сказать о том, что после того, как экспедиция у нас закончилась, через неделю к нам приезжал доктор географических наук, профессор Института географии Российской Академии Наук Кучеров Борис Иванович. И мы его свозили совместно с Министерством охраны окружающей среды, конечно же, это было согласовано, как раз на территории вот этой Атарской Луки. Его слова, когда он выехал оттуда, были: «Это просто сказка». То есть это человек, который видел много, который занимается уникальными территориями, входящими во всемирное наследие ЮНЕСКО. И то, что он увидел, когда его привезли, и когда он на моторных лодках часть там воды прошел, он был очень удивлен, какая красота, какое необычие на территории нашей вятской природы здесь, на территории Кировской области здесь находится. То есть вот эта оценка много значит. И мы сейчас очень плотно сотрудничаем и с Институтом географии Российской академии наук, лице Бориса Ивановича, и Алла Викторовна с министерством подключены к этому делу, для того, чтобы территория все-таки имела какую-то статусность. Не просто это место, куда можно прийти порыбачить, отдохнуть, собрать ягоды, грибы, а именно, чтобы это была территория узаконенная. Так будет правильнее, мне кажется. И вот я думаю, что поток туристов, если правильно организовать маршруты, тропы, он будет бесконечным. Плюс, ведь это наиболее узкая, да, часть Вятки, там идет еще и долина Вятки. Долина Вятки, да. Там весной идет перелет птиц, то есть необычные виды, редкие, уникальные, да даже какие-то фоновые, чтобы посмотреть, как они себя ведут на пролете. Они могут привлечь не только специалистов, ученых из нашей территории, но еще и зарубежных исследователей, потому что вот такое наблюдение за рубежом, оно очень распространено. Но опять же, если уж переводить на деньги, то туристический поток – это и поток финансовых вложений в область. А экологический туризм сейчас, к сожалению, в Кировской области очень слабо развит. Поэтому его надо развивать, потому что мест уникальных, необычных на территории нашей области предостаточно. То есть в соседних регионах, Пермь, Коми, вот таких природных парков нет, природных у них зон. У них свои. В каждом регионе свои. На территории Республики Коми есть прекрасный национальный парк, который называется Юга-2. Это огромнейшая территория, это один из самых крупных. Вот, там национальный парк, да? Национальный парк, но это гористая местность, это Урал. Приполярный Урал. И поэтому там действительно тоже есть места закрытые для посещения, потому что уникальные эндемичные виды, то есть нигде больше в другом месте не произрастающие. Особые уникальные комплексы горные. И есть места, где проложены маршруты, тропы, где ходят люди, топчут землю, и ничего с этой территорией не случается. Юбилей недавно был у Национального парка Юга-2. Наши ученые были приглашены, мы ездили на эту территорию. Хорошо. А в Атарской Луке какой сейчас все-таки турпоток?
Ну вот в этом году, конечно, меньше людей было, потому что лето холодное, вода высокая в реке. Вот в прошлом году, вот мы были тоже в начале августа, там это буквально команда за командой в течение дня. Вот у нас базовый лагерь был, стояли на одном месте, и вот мимо нашего лагеря, ну, за день там по 3-4 команды байдарочников проходило по берегу, когда ходили вверх-вниз по воде, лагеря палаточные и слева, и справа берега, то есть вот в прошлом году погода хорошая стояла, и поток, и вот мы общались с людьми, вот есть уже отдельные семьи, отдельные... группировки, если так можно, компании так назовем, которые регулярно ездят туда. Не куда-то там на берег. Турецкий. Турецкий, да. А вот нам здесь хорошо. Они из других регионов или наши местные? Вот мы встречали только местных. И еще туда ездят с Мариинской республики. Тут просто интересно, что рядом не так далеко, в принципе, находится Немда. Скальный комплекс на реке Немде. Это вот эта скала Чумбулат. То есть там, часовой. Да, там и у марийцев там эти культовые места есть. То есть они туда и сюда приезжают, как бы вот. Тут есть ли люди из других территорий. Ну, еще вот не обвините меня в оккультизме, но вот в этой территории есть какая-то. Есть какая-то своя энергетика. То есть вот в разных местах. Вот вроде бы смотришь, да, на фотографиях, ну, горы, вода. В принципе, таких мест очень много. Но когда человек попадает туда, и когда ты вот всеми фибрами своей души чувствуешь это, ты как-то проникаешься к этому месту. То есть вот есть места плохие, где человек себя чувствует, ну, неуютно, и хочется поскорее оттуда уйти. А вот в этом месте как раз оттуда уходить-то не хочется. То есть как-то на тебя это вот снисходит благолепие, и энергетика вот этого места положительная. Дух какой-то определенный на территории есть, да, который вот... прочувствовали все вот участники нашей экспедиции. И там у нас и дети были, ну, в смысле студенты. А детская душа, она более чувствительная. Хорошо. К экспедиции вернемся, наверное. Ну, хорошо, давай вернемся к экспедиции. Да, к составу экспедиции. Сколько вас было? У нас было 10 человек, 5 студентов. Это студенты-экологи со 2-3 курса и преподаватели кафедры экологии и природопользования. Один специалист-палеонтолог из палеонтологического музея и был инженер экоаналитической лаборатории. Татьяна Игоревна у нас отбирала воду с родников и сейчас проводит анализ по составу химических элементов, которые в родниковой воде содержатся. Скажите, когда вы завершите обработку всего материала, который вы там собрали? Ну, это процесс, конечно, довольно длительный. Ну, кто-то уже обработал. Вот, в частности, у меня наблюдения были визуальные. Я уже, не выходя из байдарки, уже мог отчет составить. А кому-то надо сидеть с определителями. И вот у нас на сегодняшний день завершено определение беспозвоночных животных, насекомых. И Сергей Васильевич составил перечень энтомофауны, встреченной на этом участке. Где-то вот приходится с костями долго сидеть, смотреть. Растения определять тоже приходилось определенное количество. Ну, где-то так, ну, буквально, может быть, неделя-две, и у нас такие основные итоги, так называемый камеральный этап обработки будет закончен. И там уже результаты будут представлены на всякого рода и конференциях, и других мероприятиях научного. А скажите, за счет чего там все так хорошо сохранилось? Ну, наверное, тут сохранилось, знаете, за счет чего? За счет того, что по большому счету, вот эти вот склоны, а там самое интересное, вот именно склоны реки Вятки, ну вот в плане биоты, в плане растений, животных, что они труднодоступны для лесозаготовителя. И малопосещаемые. То есть туда просто так не добраться. То есть сверху, вот если этот лес пройти, сверху там поля. Поля, их пахали когда-то там, где-то и сейчас еще есть отдельные поля, которые обрабатывают. А вот на склоне там как? Никак. И лес водоохранный. Его тоже рубить как бы не давали. Поэтому вот эти вот облесенные берега, они сохранились.
Ну что же, давайте выходить на финальную часть первого нашего часа сегодняшнего. Вот скажите, пожалуйста, какие дальнейшие действия, если коротко, чтобы придать этой территории статус... Либо национального парка? Ну, скорее всего, не национального парка, а... Природного. Да, природного парка. Какие дальнейшие действия должны быть? Во-первых, это изучение, последующее изучение территории, подтверждение находок значимости, подключение... Это создание научного обоснования? Да, создание научного обоснования. Подключение структур Министерства охраны окружающей среды и прежде всего правительства Кировской области, проведение общественных слушаний с людьми для того, чтобы объяснить необходимость и значимость особо охраняемой природной территории, что это будет плюс только для вас, а никак не жирный минус. Да. Да, потому что вот иногда проблема основная бывает в том, что местное население противится. Противится и не дает за счет своих там акций, митингов, протестов создавать какую-то охраняемую территорию. Хотя потом, когда им объясняешь и говоришь, что при создании... Забора не будет. Забора не будет, и сохранятся те места, куда вы приходите, собирать ягоды, грибы, рыбачите и отдыхаете, но они будут уже под наблюдением и под контролем нашего государства, и плюс будет еще финансирование территории, тогда давайте. То есть мы, да, с двумя руками за. Ну что же, на этом мы завершаем наш первый час. Я напомню, мы говорили про Атарскую Луку, о том, что там хотят сделать либо национальный парк, либо природный парк. В гостях у нас были Екатерина и Владимир Рябовы, ученые из Вятского государственного университета. Мы вернемся уже во втором часе. Никита Кочуров. Юлия Афанасьева. До свидания. До свидания. До свидания.